тысячи человек, несогласные с результатами голосования, перекрыли в ночь на вторник движение транспорта вблизи центральной площади Улан-Батора. Митингующие пропускали только машины скорой помощи. Волнения в центре Улан-Батора начались после пресс-конференции председателя оппозиционной демократической партии, бывшего премьера Элбек Доржа. Он обвинил МНРП в фальсификации результатов выборов. По информации, на этот момент несколько тысяч сторонников оппозиции собрались около штаб-квартиры МНРП. Из толпы в сторону здания летят камни и бутылки. Несколько окон на нижних этажах разбиты. На плакатах, которые поднимают участники акции, написано «Требуем пересчета голосов».